Алло. Да, узнал. А кто это? Выборы одновременно в 14 губерниях. Он, конечно, ничего хорошего не сделал. Но и плохого тоже ничего не сделал. А это, между прочим, редко когда бывает. За что его святым Георгием наградили? За Измаил. А, да. Или за Бородину. А. Ты ничего не перепутал, нет? Ну так они пиарчики, это тоже ништяк. Старые друзья снова вместе. Сам ты старый. Я приехал сюда деньги зарабатывать. Более того, все, что я здесь получу, я уже потратил. Я не понимаю, вы что, не могли меня дождаться? Ну, а что так как-то в домашнем? Может прийти кто-то, кто сделает еще хуже, чем я. Ну что вы говорите? Кто же может сделать еще хуже, чем вы? В смысле, лучше? Кто там еще у нас? Бывший военный, популярен в области. Мощный мужик. Буду помогать людям вашего прикольного возраста, преклонного возраста. Кто это сочинил? Коррупцию ты искоренишь, зарплаты повысишь. И надой увеличишь. Он крышует, мы наезжаем. Мы крышуем, он наезжает. Это бизнес. Вы вообще знаете, кто я такая? Такая себе бабенка. 40 плюс. Это отдадим прокурору, потому что все самое лучшее у нас прокурором. А детям купим какой-нибудь чупа-чуп, стекловато, вот это вся шня. Скотина. Ну, что происходит? 5 минут до эфира. Вот, возвращаем вам Валентину в целости и сохранности. Спасибо вам большое. Он врет. Мама. Я в кусках. Конкретно что предлагаешь? Демократические выборы. Это кто больше голосов набрал, тот и выиграл? Ну да. Неожиданно. Смело. День выборов 2. Нет. Страна у нас, конечно. Да. Страна, да. И народ. Ну, народ у нас вообще прекрасный. А?